Сергей Кирьков, представляете ваш проект. Следующий, я сразу скажу, Леша Яшин, Андрей, извините, сейчас Василий. Вот начал организации, тут мы Всем привет! Мы представляем проект «Фрилансер в законе». Вот. Это такая интересная история, которая позволяет работодателям, работающим с удаленным сотрудником, то есть русским ООшкам, экономить, оптимизировать налоговую нагрузку при работе с удаленными сотрудниками. То есть, в двух словах, организация, которая пользуется услугами нашего фрилансера в законе, вместо 42% налогов платит всего лишь 12% фрилансера в законе. Вот. А в общем-то сервис работает в режиме консьерж и MIPIM. Вот. И мы ответим на любые вопросы заинтересовавшихся в нашем предложении, которое озвучим чуть попозже, насколько это законно и как это работает. Вот. А сейчас уже есть клиенты, деньги уже катаются у нас через различные каналы. Вот. И мы ищем сейчас СТО, то есть человек, который может разработать нам простенькую CRM-ку, чтобы мы уже в понедельник начали через эту CRM-ку таскать клиентов. Вот. Ну вот так вот. И готовы предложить процент в этом всем веселом деле. Налоговая к вам пришла уже? Налоговая к нам не придет. В понедельник уже ждите. Да, спасибо за пожелание. По поводу налоговой, мы на самом деле постарались все-таки учесть все эти нюансы с точки зрения законодательства. Вот. И надеемся, что мы наоборот делаем хорошее дело для того, чтобы предприниматели и фрилансеры чувствовали себя более защищенно и действительно платили налоги в разумных пределах. Спасибо. Вот спасибо. Что ж, такая сбитая команда. Следующий Андрей.